Играл в Мидбой? Нет, не играл. Мне кажется, Мидбой после Боши в самом начале покажется такой простой игрой. Около 5000? Нет, не стоит. Заплати сразу, наверное, 10000 там бесплатных фаталити себе еще хабатни. И еще заплати за подписку PSN, чтобы поиграть онлайн. Это нужно быть просто каким-то тройным, ну не знаю, чтобы так не обижать никого. Не буду ничего говорить. Тройным классным чуваком, в общем. Не, ну конечно, если тебе мамка дает денег, то можешь покупать и тратить. Когда сам будешь зарабатывать деньги, это совсем другая история. Не, ну может консольная версия лучше ПК-шной? Ну... Если смотреть на оптимизацию, то возможно. Но это не потому, что там консолька классная, а ПК говно или что-то в этом плане. А потому что разработчики говноеды. И не могут нормально запилить. Просто не хотят, наверное, даже усилия тратить. Индусы. Криворукие. Прыгнул и умер. Там онлайн не тупит? Ну, эти бабушкины сказки будешь рассказывать кому-то другому. Меняет и темы. Буст на 10 секунд. Так, наверное, лучше камни собирать. Нихера себе он маны отжирает, этот рок. Зайца дал. Только если бы я еще нормально бегал. Планируешь проходить Ватмана? Чувак, я его даже не планирую покупать. Я сегодня новость узнал, что они только более-менее нормальный патч выпустят на ПК.
в августе. То есть это вообще бред. Еще и не бафнул. Лови топор. Смотрите, а топор пролетает через всех, насколько я понял. О, кристалл. Так, но эти боты мне не нужны, поэтому... Делаем вот так. 13. О, чё за бутыль? Интересно, насколько действует. На 4 комнаты. О, Вань, как насчет пройти серию Doom или Quake? Ну, когда выйдет новый Doom, я думаю, в любом случае гляну на него. Ну, на E3 я посмотрел на него, там, по идее, шутер, заточенный под консольку, это просто маразм. Большинство просто врагов стоят, смотрят на тебя и кричат. А ты на стике прицеливаешься. Очень круто. Неплохо урон бустанул. Еще и маска. Нам нужно больше Зоэта. Critical hit damage 50%. Ой, зря я съел. Покупать больше хп, наверное. Как насчет пройти серию Сталкер? Рептайл, просто заходишь... Рептайл уже написал? Сейчас я... Да, Рептайл, заходишь в мой профиль Стима и смотришь, какие у меня есть игры. А потом, возможно, предлагаешь. Как нету маны? Чё, нехватка маны? Да что за бред? По идее, оно полностью полосу отжирает. Да. Топор. Отлично.
Да, есть одно прохождение на канале Misery. Но оно не совсем хорошее. Нужно 5 голды. Или 35. Что-то он тут стоит, тормозит. Тридцать 38 монет. А, 50, а чё я подумал 30? Перепутал. Еще 12 монет нужно найти. Да много чего можно поиграть, было бы время. Еще 5 голды. Не бей, не бей. О, что это было? Еще не понял. Повезло, что ножиком не попал. С этими бананами можно копчик забить. Наверное, маску куплю. Падай. Блин, не успел отойти. Это еще не все. Так, 30 хп. Просто камбушечка. Джагл.
49. Да ладно. 49. Не хватает, чтобы купить. Может быть, я что-то пропустил? Сейчас куча голды будет, как обычно. Хотя, возможно, и на этой локации магазин будет. Посмотрим. Что это было? Как он меня ударил? Ну да, лежачих не бьют. Так, то что нужно. То, что нужно, то, что искал. По идее, фризит их, да? Фрост. Отлично. Так, давайте, ребятки, все на одну сторону. Хотя, наверное, нож нужно выбросить и камни собирать. Ого, там текста настрочил. Прям лекция. Я прочитал, я не знаю, пол предложения и уже с тобой не согласен, потому что ты ерунду говоришь. Я согласен, что на консоли много криворуких, но это не из-за геймпада, а из-за людей, привыкших к клава-мыши. Это где логика? Чувак, я тебе объясню, почему там много криворуких, потому что консоли всегда покупались детям, а дети криворукие, понимаешь? Я даже дальше не буду читать этот бред. Почему полностью сообщение не отразилось? У меня полностью отразилось. Наверное. Вот про детей обидно было. Mm-hmm.
Мудак, блин, все блочит. А, то есть он даже блочит, я понял, летальную атаку. Да. А если его застанет, нет? Боже мой, что за жесть. Да просто трешняк. На ПК вышел файтинг. Детор, боже мой, чувак, он вышел 500 лет назад. Я тебе другую новость скажу. На ПК вышел Mortal Kombat 9. Как тебе инфа? Рептайл, давай с тобой договоримся. Заходишь в группу ВКонтакте, и там есть отдельная тема «Предлагайте игры для прохождения». Плохо, что, блин, я не могу щиты носить. Это как-то странно. Говорят, Warface выпустят новая онлайн-игра. Конкурент, короче, Battlefield конкретно. У нас ветер кошки летают, что за наркомания? Вау, это что-то такое? Какие-то габариты. Да, там бета-версия Counter-Strike GO выходит. А еще говорят, выпустят мод на 1.6. Source называется. Тут вообще нихера не видно, что там. О, еще один кристалл взял. Вообще шикарно. Халява какая-то. Барыги стояли, продавали мне. Втюхивали. С 90-х. Очень похоже, кстати.
Ну, слушайте, с таким билдом реально можно еще пройти на харде. Падай, падай, падай. Смотри, разбежался. Ну что такое, не успеваю. Надо еще пару кристаллов. Сегодня чат для слоупоков. Пацаны, я там на ютубе канал создал. Видосики пилю. Перейдите, подпишитесь. Может быть, через... полгодика начну стримить. Вау. Но это еще не точная инфа. Хилка — это хорошо. Еще хилочка. Так, что у нас тут? Броня, а ну-ка. По идее, говнецо, да? О! Крутая хилка, ну точнее, на максимальное хп. Так, тут ничего не пропустил. О боже мой, вот это мне хрень попалась, реально. Сейчас будет хп отниматься.
Реально отстой. Какие-то новые мобы. Еще хил не идет. Блин, такая хорошая катка, и надо было это проклятие взять. Не знаю, может быть, повезет, сниму это проклятие. Хотя я сомневаюсь. Интересно, если умереть, оно пропадет? Давай, умри еще. Боже мой, я потерялся. Какого хрена я такой маленький? ХП. Без отката убили. Проклятие, кстати, по идее. А, действительно, баф снялся, а проклятия нет. Гениально. Это как в Айзеке, знаете, играете, и какой-то навык один берешь, и все. Пересыраешь себе всю катку. Да. Насчет активировать его, я не знаю, не смотрел. По идее, там дверь открытая была. Но я ее не увидел. Дракон. За каждый удар одно хп. Так, минус одна голова. Только я не пойму, почему я первого босса пропустил. Это немного странно.
Да. По одному хп хилится, это вообще говнецо. Убил. Боже мой, открывайся. Ебаные бананы еще. М-да. Блин, такая крутая катка была, посмотрите. И... Все. А нет, жизнь. Или нет? Нет.